Всем привет, дамы и господа. У микрофона вновь я, агент Фокс. И это еще один матч по Splinter Cell Blacklist, но я его решил, ребята, немножко покомментировать. Вот, да. Видите ли, ребят, один из пользователей вот в одной беседе в Стиме, вот да, у меня Steam-версия Блэклиста, он просил вот записывать комментарии к видео. Вот, и вот к мультиплееру. И вот я решил попробовать для вас написать комментарии. Так вот, ребятушки, вот. Плюс, ребятушки, как вы, наверное, заметили, у нас тут... если вы смотрели мои предыдущие видосы, то вы наверняка знаете, что есть один такой пользователь Uplay, как мистер Лукинс. И вот. Вот. Вот в этом видео, ребят, и вот один мой друг, вот, который сейчас со мной играет, Челик. Вот, а он подозревает Лукинса в читерстве, как и я. Вот, поэтому вот, ребят. Вот, я решил вам показать, вот, на деле. Вот, что этот мистер Лукинс, М. Лукинс, действительно читак. Вот. И вот в этом видео, ребята, извиняюсь за спойлер, но мы в эту катку выиграли. И вот, да. Плюс вот заметьте, вот, что вот этот вот челик, который... Ghost Recon Corp. Вот он нам совершенно не помогал. Вот он, этот говнюк был на их стороне. Вот. Этот маленький засранец. Поэтому да, ребятушки. Поэтому нам пришлось туго. Вот, да, вот самый челик играет. Вот Саринди, как вы все видите, наверное. Так вот, он единственный, кто действительно действовал. Вот, помогал мне. Вот, взламывать и ля-ля тополя. Поэтому да, ребятушки. Но не с... И вот, можно фактически сказать, что вот мы точно с Саринди вдвоем действовали, только мы одни. Вот, а этот Ghost Recon кемперил, не помогал нифига. Поэтому вот, дамы и господа. Вот, пожалуй, реально, мы с Саринди единственные, кто пытался хоть что-то сделать. Но тем не менее, дамы и господа, все обошлось, мы выиграли. Вот, этих... Вот М. Лукинса, этого читака. Вот, ну и все такое прочее. Поэтому вот. Вот, ребят. Так, ай, меня прихлопнули. Ну да ладно, пофиг. Вот. Поэтому да, ребятушки, вот. Но несмотря на то, что мы вдвоем действовали, вот, мы все равно выиграли эту катку. И вот еще, ребятушки, я тут некоторое время, несколько месяцев назад заметил, что кто-то вот придирается к моему нику. И вот просто запомните, ребята, что вот по поводу этого ника, который у меня в Uplay. Вот, во-первых, это ник, который я никогда не смогу изменить. Вот, и запомните еще кое-что, что я далеко не про, но кое-какой скилл имею. Просто вот этот вот, почему именно про я поставил, ребята, потому что это первое, вот когда я создавал впервые Uplay профиль. Вот, это первое, что мне пришло в голову. Поэтому да, ребят, повторюсь, я далеко не профессионал. Но скилл имею, вне всяких сомнений. Вот, так, Лукинс меня достал. Такие, но ничего, ребят, я все равно рано или поздно покараю его за это, поверьте. Ни один игрок, ребят, который меня убил, вот, не уходит безнаказанным. Вот, поверьте, если меня кто-то убьет, я рано или поздно, вот, покараю его за это. Вот, так что поверьте. Вот, и вот, учитывая то, что я временами проигрываю, то, что вот у меня бывают осечки, вот, я оценю, ребята, свой скилл, ну, максимум на среднячок. Поэтому да, ребят, и вот мне моего средненького скилла пока хватает, чтобы выигрывать и нагибать читеров. И вот еще, ребятушки, вы увидите в этом видео, как этот М. Лукинс, он стрелял сквозь стены. Да, вот ближе к концу, правда, увидите, но он реально, он сквозь стены стрелял. Так. Так, ну что ж, ладно. Так, вот здесь, вот, к сожалению, ребятушки, извиняюсь еще раз за возможный спойлер, но, к сожалению, вот этот терминальчик нам не сразу удалось взломать, ибо... Вот, а вот здесь вот, когда вот я спускался, вот здесь у меня игра почему-то глюкнула. Вот видите? Вот. Видите, у меня игра глюкнула, вот заподвисла на мгновение. Вот этот Лукинс меня все-таки достал. Вот опять этот Ghost Recon Corp, блин, который нифига ничего не помогает. Он засранец на их стороне. Вот.
Так, о, вот, молодец, Ориди, давай, тащи. Так, ну что ж, ладно, ребят. Вот, мы как назло не успели. Вот, продолжим взлом терминала, но если вот хакера убили, то тогда, ребят, другой человек может подключиться к терминалу и продолжить взлом. Поэтому да, ребят. Вот. Так, ой, вот тут, ребятушки, я... Вот, забыл гаджет сметь, я хотел вот трофи поставить. Вот, но, увы. Да. Так, ну что ж, ладно. И вот, тут, вот, этот Лукинс и вот этот вот Глерва. Вот, вроде бы, так, Ника. О, они адреналин используют. Вот, они выбрали костюм элитный адреналин, который, вот, если вколоть в себя адреналин, то тогда увеличивается сила. Так вот, увеличивается регенерация, вы выдерживаете больше урона. И... Ну и вот, лучше видите. Поэтому да, ребят. Так, ну что ж, ладно, дамы и господа. Повторюсь, ребятушки, несмотря на это, мы нагнули эту. Нагнули этих читеров. Так, тихо. Так, сардина, беги. Вот засранец, а. Вот, опять этот Лукинс. Давай, вот, отлично, вот, сардина ему отомстил. Вот так вот. Поэтому да, ребятушки, повторюсь, я в этой игре далеко не про, но кое-какой таки имею скилл. Вот. И надеюсь, вы меня поймете. Ибо вот если вы смотрели мои предыдущие видео по блэклисту, там вот был один читак, который носился со спидхаком. Вот, да. Поэтому, ну, и вот я ему по башке за это дал. Вот он носился, носился, и вот и доносился. Вот. Так что да. Так, ай-яй-яй. Так, все. Лукинс, обломайся. Так, ну что ж, ладно. Так, Цариндий, где ты? А, вон ты. Так, ну что ж, сейчас остался, ну, терминал А, но, к сожалению, дамы и господа, мы не смогли его взломать. Вот тогда было бы три терминала взломанных. Вот, просто повторюсь, ребятушки, помимо того, что тут этот Лукинс с читами играет. Вот. Тут еще вот этот Ghost Recon Corp нам не помогал. Вот крысил всю катку. Так, ай-яй-яй-яй. Вот засранцы. Да, видите, вот засранцы зажали меня с двух сторон. Ну да ладно, пофигу. Все равно, как я сказал, мы все равно выиграли эту катку. И нагнули этого Лукинса, этого читака. Вот, в этом видео, ребят, вы увидите, как этот Лукинс сквозь стену стреляет. Вот. Поэтому да, ребят. Вот. Так что, надеюсь, вы меня поймете. Вот. Если вы все еще не верите, что Лукинс читер, то тогда, ребятушки, я под этим видео оставлю ссылку, где Лукинс спалился. Вот он за 5 секунд 3 человек расфигачил из одной обоймы. Причем, вот те наемники, которых он расфигачил с одной обоймы, они не стояли в ряд. Поэтому да, ребятушки, вот если вы не верите, что Лукинс имеет использует читы, то тогда, ребятушки, я вам могу дать ссылку на это видео, где он вот ваншот использует. Да. Так, ну что ж, дамы и господа, и вот пока что. Вот у нас есть еще 1,5 минуты, чтобы взломать терминал. Так, а вот этот вот Виджи, вот он поставил мину, я использовал мегазаряд, использовал его собственную мину против него самого. Вот такой вот крутой мегазаряд. Вот есть в этой игре. Поэтому да. Так, 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 так. Что ж, окей, ладно. Так, опять этот Лукинс вырубил сардину. Так, а, засранец. Вот. Так, достал таки. Ну да ладно, повторюсь, ребятушки, мы все равно его покараем. Так, вот, видите, вот этот Ghost Recon Corp, блин, он просто тупо бегает, не убивает никого. Вот, поэтому да, он похоже на их стороне. Хотя, какой-то похоже, он вне всяких сомнений на их стороне. Вот, поэтому такие вот пироги. Так, ну что ж, ладно. Так, вот все, Лукинса прихлопнули. Прервали серию убийств. Так. Так, я решил
перестрелять Виджи. Так, ну-ка. Да блин. Вот, я, ребятушки, нынче, ребята, к сожалению, плохо стреляю из автомата, когда я за шпионов играю. Поэтому да, ребят, вы уж не серчайте. Так что времена, повторюсь, у меня бывают тоже осечки. Вот. Так, окей, ладно. Вот. Ну что ж, мы начали вот терминал вот взламывать и вот выиграть. И вот таким вот образом, ребята, мы выиграли еще немного времени. Вот, вот видите, вот как он так. Вот, он меня в упор не увидел. Точнее, вот только в упор смог меня убить. Вот. Вот этот вот, Ghost Recon Corp. Вот, ребята, лучше не играйте с этим. Вот, с этим недоигроком. Как бы это помягче сказать, ибо он только крысит. Вот, вот, да, и вот я несколько каток заснял, вот, где этот Ghost Recon Corp, он тупо крысил и ничего не делал. Поэтому да, ребят. Надеюсь, вы меня поймете. Видите? Так вот, мы два терминала взломали, и вот у нас... вот и тогда у нас... вот видите, у нас появился шанс. То, что мы выиграем эту катку. Вот. Поэтому да. Так, это мне тут Царинди написал. Вот. Так что да. Вот, поэтому пришлось вот... полагаться только на... вот только на тиммейтов. Так, ну-ка. А, блин. Так, ну что ж, ладно. И вот, повторюсь, ребятушки, вы в этом видео увидите, как этот Лукинс использует ваншот. Плюс, ребята, вот он сквозь стену еще стреляет. Точнее, вот, извиняйте, я перепутал. Вот, читы, которые он использует, он стреляет сквозь стену. Вот, да, поэтому... сразу говорю, Лукинс читак. Я в этом не сомневаюсь. Вот. Я вот, когда вот спустя несколько лет только вот вновь взялся за Blacklist, ребят, я думал, что вот нет никого хуже этого Макс Вива. Вот, да, ребятушки, я заснял одного челика по имени Макс Вива. Так вот, он тоже спалился с читами на скриншотах, сделанных Царинди. Вот. Да, поэтому да, ребятушки, вот этот... Макс Вива тоже, вне всяких сомнений, читак. А, блин. Вот. Немножко запутался. Вот, у меня клавиша отказала. Вот, да, ребятушки, у меня клавиша... вот, иногда клавиша Е, у меня временами, ребята, барахлит. Вот. Поэтому да, ребята. Вот, поэтому у меня Е не... и вот кнопка ближнего боя не срабатывает временами. Вот. Так что да. Вот. Ну что ж, сейчас мы попробуем еще разок попытаться обломать этого Лукинса. Вот. Так что да. Так, ну-ка, так этому. Так. Ну что ж. Так, но, к сожалению, ребятушки, мы не смогли остановить Лукинса, и они вот взломали терминал. Ну вот, наконец этого Лукинса прибили, гады. Но ничего. И вот остальные терминалы... ему теперь придется, ох, как сильно попотеть, чтобы взломать. Поэтому да. Сейчас вот придется уже посложнее немного. Но тем не менее, ребятушки, повторюсь, мы выиграли эту катку. Вот. Поэтому да. И вот еще раз вот напомню вам, что в этом видео вы увидите, как этот Лукин стрелял сквозь стену. И вот. И надеюсь, после этого вы поймете, что вот этот Лукин использует читы. Вот. Так что да. Так. Вот видите, плюс еще вот обычно вот все шпионы, вот они вот носят, надевают на костюм специальные штаны, которые позволяют унести два гаджета. Вот, да, поэтому вот все шпионы используют систему трофи, чтобы защищаться от вражеских гаджетов, то есть от гаджетов наемников. Вот, от осколочной гранаты и от гранат с вигазом. Вот, гранаты, вот, вигаз и осколочная граната — это единственные у наемников метательные гаджеты.
Поэтому да. Вот видите, ребята и девчата, вот этот Ghost Recon Corp, вот, покинул матч. И вот, вне всяких сомнений, он на их стороне был. И вот, ребятушки, вот держу пари, вот, даже вот вместе с этим Ghost Recon Corp, вот, понял, что они начали, вот... начали понимать, что они отлетят, и вот в результате вот наверняка попросили этого Ghost Recon слиться. Вот. Ну а повторюсь, ребятушки, несмотря на то, что их было трое, а нас двое, вот, мы все равно их ушатали. Вот нагнули мы этих читаков. Точнее, вот, Фиджи и вот еще один челик там, который вот у их команды. Вот. Так, да. И вот они чистые. Вот, а вот Лукинс реально с читами играет. Он на моих видосах, на одном из моих видосов спалился. Вот, ссылку на видос вы найдете в описании под видео. Вот, где вы в этом видосе, вот, вы увидите, как Лукинс расфигачил за пару секунд трех наемников и одной обоймой причем. Вот, и... вот, в общем, ребят, вы поняли. Так. Так. Вот, хакер VG10. Вот он, ребятушки, вот этот... здесь, вот он нормальный, ребят. Да, вот, он не читак. Так что, вот. Так, вот, сейчас вот царь Инди прибежит. Вот, вот он бежит, вот к терминалу. Так. И вот я сразу, ребята, понял, что вот Фиджи там засел, но пока вот... вот видите, вот он выглянул. Вот я сначала решил вот Царинде помочь. Вот. Вот, отлично, вот. Вот Лукинса прихлопнули. Так, ну давай, Фиджи, слазь. Вот так вот, вот и все, прихлопнули мы хакера. Вот так-то. Так, ну что ж, ладно, дамы и господа. И вот осталось уже, и у них осталось еще, грубо говоря, 4 минуты с хвостиком, чтобы взломать еще терминал и выиграть нас. Но повторюсь, ребятушки, они не выиграли эту катку. Мы нагнули этих, вот, этих... этих... читаков, точнее, эту команду с читером. Вот этот вот еще, вот, Гверма, 1234, вот он нормальный, ребята, он чистый, он не читак. Вот. Так что да. Надеюсь, ребята помнят. Так, на тебе. Так. Где ты? Лукинс, где ты? Давай, Лукинс, где ты? Покажись. Вот, на тебе в лицо, читак. Вот так вот. Все, этому я точно хедшот прописал. Так. Ну что ж, дамы и господа. Вот, а единственные вот нормальные в этой катке были, это вот Гверма и VG10. Точнее, VG10, пардоньте, мне все на F. Хочется сказать название его никнейма. Поэтому да, ребят. Что ж, идемте дальше. Вот так, ага, отлично. Вот, пока его хакера прикнули. Вот, видите, ребята, вот. Вот видите, ребята, этот Лукин стреляет, видите, он сквозь стены стреляет. Вот и спалился. Он с читами. Вот сразу говорю, если кто-то подумает, что Лукинс не читер, идите лесом. Ибо вот, он, вот это вот видео, которое вы смотрите, это уже второй видос, где он спалился с читами. Вот, поэтому... вот, надеюсь, вы поймете меня правильно. А еще царь Инди называете читером. Вот, и вот сразу говорю, что вот царь Инди читер, это полнейшее вранье. Ибо я заснял... двух читаков, которые вот используют чит engine, меняют никнеймы. Вот, viewplay. И вот, так что вот. Вот, Эцаринди нагло оклеветали. Вот так-то. Поэтому, надеюсь, вы меня поймете. Так. Вот. Как видите, ребята, вот. Вот что это за префы, ребята, что это за префы? Вот, блин. Вот видите, вот этот говнюк поставил систему трофи. Вот. Вот я думал, ребята, в ближнем бою его зарезать, но этот говнюк, блин. Видите, повторюсь, ребята, этот Лукинс, он читак. Вот в этом видео, ребята, повторюсь, он стрелял сквозь стены и вот спалился с читами. Но повторюсь, несмотря на то, что вот они
Они взломали два терминала, мы все равно их выиграли. Все. И вот нагнули мы этих, мы этого читака. Вот. Так что да, ребят. Вот, а я уже решил не идти на этот терминал С, ибо они все равно уже... Все равно взлом уже не остановить. А вот последний терминал Б, вот его есть шансы удержать, поэтому вот. Вот, после этой катки меня Царинзи позвал еще одну записать, но я решил передохнуть, ибо, ребята, я когда записывал эту катку, вот когда этот The Lucas взломал второй терминал, я нервничал. И вот я решил вот попробовать удержать вот последний терминал, и вот... Да, и вот они взломали два терминала, и вот когда мы были за шпионов, мы взломали на... где-то на 24-25%. Вот если если соперники вот взломают терминал вот выше 26, то тогда все, ребята, мы проиграли. Вот, но они не взломали. И вот да, ребята, поэтому мы выиграли. Так что да. Вот. Ну что ж. Так, я решил на всякий пожарный еще вот газовую гранату кинуть, чтобы вот узнать, вот чтобы на вот точно заметить, вот что шпиона не попытается опять взломать терминал. Вот и все, ребятушки, все, победа за нами. Все, мы выиграли, нагнули мы этого читака. Вот, их было трое, а нас двое, и мы выиграли. Да. Ну что ж, дамы и господа, на этом я пока с вами попрощаюсь. С вами был, как всегда, я, Агент Фокс, и очередное видео по мультиплееру Splinter Cell Blacklist. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!